Рабочая поездка. Глава Армавира побывал на объектах строительства в разных микрорайонах. Мост закрыт. Как и было обещано ранее, 7 ноября Урицкий путепровод перестал работать. Аллея России. Активные жители приняли участие в высадке саженцев. Смотрите программу «Новости 24» по будням в 19 часов, повторы в 6 утра, в полседьмого и в 12:30 дня. Видеоверсия доступна на сайте ravita.info.